Сотрудники Росгвардии Рассказово подключились к всероссийской акции «Прокачай лето». Местом проведения стала площадка детского оздоровительного лагеря «Сокол». Сейчас там отдыхает завершающая летняя смена этого года. О том, как прошла встреча соколят с необычными гостями, расскажет Ольга Жукова. Наклоны, приседания, прыжки – набор упражнений, стандартный для утренней разминки. Только вместо вожатых и инструкторов – сотрудники спецподразделения. После зарядки – небольшой экскурс о работе Росгвардии. Как борются с преступниками, выезжают на вызов и какая экипировка должна быть у каждого полисмена. Дети растут, у них формируется положительное мнение, положительные эмоции и, надеюсь, в последующем большая часть из них подумает о своей дальнейшей карьере и, я думаю, выберет службу Росгвардии, так как это направление молодое, перспективное и довольно-таки серьезное. Возможность принять участие в необычной зарядке у ребят появилась впервые. Многие из мальчишек после такой тренировки изменили свое мнение о вневедомственной охране. У некоторых ребят и вовсе появилась мечта о новой профессии. Я понял, что они приносят защиту людям, которые ни в чем не виноваты. Они их защищают от плохих людей, от преступников. Основная цель акции – донести до подростков. Люди в погонах нужны для нашей безопасности. Выходя на службу, они ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью ради спокойствия горожан. Ольга Жукова, Никита Желтов, новости ТВ Рассказово.